Информационные технологии смело и порой безальтернативно используются в самых разных областях нашей жизни. Искусственный интеллект. Сейчас везде только и говорят, что об искусственном интеллекте. Но что же это такое? Какие задачи он умеет решать? Как он помогает бизнесу и где еще используется? В современном мире каждому необходимо учитывать риски, связанные с информационной безопасностью. LegalTech – это современная концепция внедрения информационных технологий в юридическую практику для оптимизации и автоматизации потока работы. Важно отметить, что LegalTech помогает не только юристам, но и их клиентам, повышая уровень качества услуг и снижая издержки. Благодаря интеграции информационных технологий в юридические процессы, возможность ошибки сведена к минимуму, а обработка и анализ информации становятся более точными и оперативными. Как трансформируется юридическая деятельность после решения задачи автоматизации? В чем разница между автоматизацией, цифровизацией и цифровой трансформацией? Кто, какие задачи должен решать для достижения успеха? Какие навыки и инструменты для этого понадобятся? В чем могущество искусственного интеллекта и каким могуществом обладают те, кто его применяет? В онлайн-программе мы постарались дать ответы на эти и многие другие вопросы. Она состоит из трех курсов, и каждый раскрывает определенные аспекты LegalTech. Записывайтесь на онлайн-программу LegalTech и автоматизируйте право правильно. Искусственный интеллект. Сейчас везде только и говорят, что об искусственном интеллекте. Но что же это такое? Какие задачи он умеет решать? Как он помогает бизнесу и где еще используется? Сколько зарабатывают сегодня дата-сайентисты и как стать одним из них? За ответами на эти вопросы ждем вас на онлайн-курсе Санкт-Петербургского государственного университета «Искусственный интеллект. Основы». В его составе вся теоретическая база. Мы познакомимся с основными классами задач и методами их решения, рекомендательными системами, ассоциативными правилами, ансамблями, стекинг, бэггинг, бустинг. Мы поможем расставить все важные термины по полочкам, чтобы они больше не звучали так пугающе. Отдельная часть курса посвящена глубокому обучению нейронным сетям. Ведь во многом именно из-за них случился новый бум искусственного интеллекта. После обучения вы будете иметь четкое представление об искусственном интеллекте сегодня и о тенденциях его развития в будущем, и сможете продолжить углублять свои знания в нужном вам направлении. Ждем вас на курсе «Искусственный интеллект. Основы». Позвольте представить вашему вниманию онлайн-курс Санкт-Петербургского государственного университета «Информационная безопасность для каждого». В основе этого курса лежит представление о том, что информационная безопасность – это широкое понятие, которое не сводится только лишь к аспектам безопасности данных, учетных записей и других подобных элементов нашего цифрового мира, хотя и им найдется место в нашем курсе. Информационная безопасность связана и с тем, как мы подходим к вопросу о как бы потреблении информации в цифровом виде, о коммуникации с другими пользователями и о восприятии какой-либо общественно значимой информации. Все эти вопросы найдут отражение в нашем курсе, в котором мы поговорим и о практических прикладных аспектах, и сопроводим наши рекомендации отдельными теоретическими пояснениями. В заключение хотелось бы отметить, что наш курс, что очень актуально в современных цифровых условиях, разработан с участием живых авторов без применения нейросетей.